Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владимир Куровский, я президент Международной ассоциации саморазвития целительства «Живоярго», и я хочу пригласить вас на два семинара, которые будут проходить в Германии. Первый семинар – это «Живо. Первая ступень. Часть Б. Исцеление сознания и управление жизнью». На этом семинаре мы научимся за счет владения внутренними состояниями соединять энергию для материализации событий, для достижения состояния здоровья, счастья и успеха. То есть благодаря этому семинару вы сможете стать более успешными в бизнесе, более успешными в своих взаимоотношениях, реализоваться, достигать здоровья, счастья, любви и радости за счет управления своим сознанием. Второй наш семинар – это «Живо. Вторая ступень. Часть А. Увеличение силы. Знахарь». Там мы будем работать с кармическими причинами наших болезней, наших жизненных трудностей, которые постоянно повторяются. Есть какие-то вещи, которые мы несем за собой из жизни в жизнь. Благодаря тому, что мы будем использовать глубинные энергетические практики, мы сможем усилить свой внутренний потенциал, благодаря чему увеличится сила нашей материализации, благодаря чему мы сможем увеличить уровень нашего здоровья, счастья и гармонии. Благодаря этому мы сможем быть более успешными в бизнесе, в своей личной жизни и достигать успеха. Потому что мы очистим энергетические причины нашей кармы, мы снимем жизненные трудности и, самое главное, получим новые практики и новую силу для того, чтобы более качественно влиять на окружающую реальность. Приходите, дорогие друзья, буду рад вас видеть. Давайте вместе учиться, творить мир счастья, любви, радости и гармонии. До новых встреч!